Урок номер 8. Разворот журавля. В исходном положении, стоя на левой ноге, правая нога, согнутая в колене, поднимаем выше пояса. Туловище повернуто в правую сторону. Руки спереди, на центральной линии. Присаживаемся, опускаем правую стопу на столб за левой стопой, потом, сместив центр тяжести на правую ногу, левую поднимаем вверх. Туловище разворачиваем в левую сторону. Выполняем на обе стороны. Упражнение отлично тренирует стойкость, баланс, равновесие.